Всех приветствую на канале «Нам по пути». Меня зовут Дмитрий, я из города Красноярска и веду свой блог уже несколько лет про дальнобой. На этом канале вы можете посмотреть ролики про эффективную эксплуатацию автомобилей Scania, Mercedes, как эффективно управлять фурой и экономить на расходе топлива. География маршрутов по Российской Федерации. С вас подписка, с меня контент. Всем удачи на дороге. Ну что, поехали. Че, парни, всем привет из Москвы. Короче, что-то логист написал. Сижу на обочине, выгрузился тут в старой купавне, недалеко от М7. На улице вон снежка навалила. Где-то часа, наверное, за три. Уже, наверное, скользко. В общем, едем на стоянку. Сейчас, что у нас там логист написал. Послушаем. Так, сейчас я уточняю. На завтра, на утро можно ли ставить Киржач, Новосиб, также рейс. Ну, прямой без Екатеринбург. Я сейчас уточню, ладно, давайте. Так, ну подождем, короче, еще 5 минут. Логист. Короче, была загрузка вроде через Екат на Новосиб озоном. Ну что-то сорвалась, короче, не с растухи. На 5 утра должна была быть загрузка сегодня. Вот, короче, время у нас получается 6 часов 9 минут. То есть 7 час. Поэтому сейчас вот подождем еще минут 5-10. Если нет, пока ролик монтируется. В общем, поедем на стоянку, где Делковская база. Там хоть кафешка и так себе, но все-таки позавтракать как минимум можно. Вот. Ну, душ нам сегодня не нужен. Вчера мылись в Едрово. В общем, выгрузили нас быстро достаточно. Все нормально. Ну вот, короче, и погода испортилась. Мы теперь пустые. Сейчас вот весело будет. Ну, поедем, наверное, я думаю, все равно в сторону стоянки. Потому что если загрузку дадут, то, наверное, часов на 5 утра. Или на завтра на утро. Говорит, Киржач, Новосибирск, что-то там, возможно, получится. Ну, не будем загадывать пока. Короче, перекурим сейчас тогда, и если не срастется, то поедем. А то на стоянке уже мест не будет. Короче, логист написал, что завтра у нас 12 часов дня погрузка в Киржаче. Стоянки нам 25 километров. Правда, все красным красно. Час 20 в пути. Представляете? Ё-моё. Ну все, в Москву пришла зима. Скоро контент попрет. Ух ты. Ну, вмешивается, в принципе, нормально. Ничего не бросает никуда. Газ отпускает. Раз. 300 метров, поверните налево. Как раз проверим, как у нас прицеп хватает вперед и вперед.
Про ретардер, естественно, забываем. Благо у нас подъемная ось, то есть ленивец. 4,2 у меня сейчас давит на седло. Места есть, сказали к желтенькому прицепу. Плотничком вставай. Thank you.
Ну все, дальше нельзя. Дафик кривовато встал, вот он бы туда бы на метр подвинулся, было бы наебок. Сейчас, короче, колеса остынут, мы вперед сдадим сюда немножко, морду уберем. Короче, загрузились мы на Новосибирск. Время у нас воскресенье, 9:36. Приехали мы сюда вчера в 11 утра. Погрузка была назначена на 12. Товар не собранный был. В общем, вчера где-то после обеда начали. И на пандусе простоял всю ночь. Вот только сегодня дневная смена добила всех с наступившим днем автомобилиста. Сегодня у нас воскресенье, день водителя. Мы выдвигаемся. До Чулнов 1000 с копейками. Утром надо быть в Чулнах. Наверное, будем переносить ремонт, потому что регулировка клапанов, по-любому надо с вечера приехать, чтобы двигатель остыл. Короче, как обычно, все не по плану. Там за окном,
сатана. Собирайся, скажут, пошли. Отдай земле тело. Ну а тело не допело чуть-чуть. Ну а телу не додали любви. Странное дело. Парк XL. Вот сюда, короче, надо. А навигатор всех уводит туда, прямо в город. Все начинают звонить контактному лицу. Она говорит: так у вас там указано, наверное, один. Я говорю: да. А вам надо 1А. Отлично. Сейчас обнулимся. И попрем. Несет облака.